Сейчас иду встречаться с Колей и пойдем кататься куда-то на горках хотим. Плюс к нам потом должна подключиться Юля. И выйдет прикольно. И знаете что? Я утром понял, что я немного лох. Я вчера забыл поставить на зарядку камеру. И осталось одно деление. То есть одно деление у меня обычно за день гульни активной уходит где-то 1-2 деления. А тут оно как бы считается как половина деления одного. Показывает одно, но я вижу, что оно исчезает, то появляется. Значит, половина деления. И, блин, мне кажется, не хватит. Но я всегда предусмотрительный, и у меня в рюкзаке лежит сзади пауэрбэнк. И это меня всегда спасает. Встретился я с Коляном. Решили остановиться на станции Днепро. Вот тут ну, такая развязка. Смотрите, полностью речка замерзла. Вообще ни одного корабля. Обычно там ходят какие-то корабли. Сейчас только вдали рыбак какой-то сидит. А так вообще прикольно. Такое снежное царство как будто. Запалили мы, короче, бенгальские огни. У нас, короче, длинные, вот такие, огромные бенгальские огни, как у Коли. И сейчас крутим их тут. Смотрите, куда бы мы ни шли, все наши пути замыкаются возле елки. Вот мы почти всегда сюда приходим. А, ну, в принципе, она и так красивая, тут есть что поделать. Мы, короче, добрались сюда, куда хотели кататься. И вот горка полностью вот такая, она очень длинная. У нас нету санок. Да, мы сейчас найдем где-то картонку и будем кататься. Или на попе. Колян! Я вот так теперь вылез. Ё-моё, Коля! Это круто оказалось. Короче, мы намутили такую тарелку. И смотрите, как там внизу. Стрёмно. Надо сейчас немного ниже. И я на тарелке, мы сейчас обрубим конец. И я поеду с этой горы. Короче, ребят, куда ни зайду, везде мой канал. Что ж такое? Всем нравится, по-моему. Коля сейчас берет кредит на iPad Pro. Да. Он его тестирует. Смотрите, силой мысли управляю iPad. Видите, прокручиваю. Короче, все, мы сейчас в метро и по домам с Колей устали, накатались и все.